у тебя в карманах? Кокосовое молоко. Зачем тебе кокосовое молоко? В нем столько же калия, сколько в трех бананах. Канат все равно перегружен. У тебя есть еще что-нибудь, что можно выбросить? Ты издеваешься? Зачем ты взял с собой три банана? Потому что я не доверяю рекламе. Я с рождения подозрителен. У тебя есть еще что-нибудь? Ты слишком тяжелый. Только это. Что это? Кирпич? У тебя был кирпич? Зачем он тебе? Чтобы уравновесить другой кирпич. У тебя два кирпича! Мижган чистоган. Так, для Ютуба всем здорово, всем приветик. Сегодня мы с Максимом будем играть. Настя. Долби, вот эти гантельки, долби. У лес все бутрайты жду. Мистер Снюсик. Как ты думаешь, сейчас будут нормальные рейды или разминочные? Ну я вообще чисто, я калич. Ебать, новичок на мине подорвался, пошли, добить выживших. Не вижу. Кажется, он справа под холмом. Может, он умер с одной? Нет, с одной не умираю. Он в двух метрах от нас взорвался, мы его найти не можем. Ну иди забирай контроллер. Хуя, раскомандовался. Забрал? Да. Скинул возле избушки. Да, блядь, тут ляг ты, господи, когда ты его лутать будешь, тут дура. Помогите! Тебе стреляют? Да, мне в голову попали, я съебываюсь, помогите. Близко. Вон тут еще, блядь. За камнем. Левая сторона. Убил. Че, идешь лутать аирдроп опять? Да ну его в пизду нахуй, прям надо мне, ну, я на выход, блядь, ну его в задницу. Буду бить аккуратно, но сильно. Девок? Нет, бот. Блядь, а это чевок. Я какую-то кириешку убил. Контроллер мотора на берегу, третий мне надо. Ты же поднять. Так что бери ТТ-ху с максимально возможным обвесом, я вообще за срарков не шарю. Мазудир, спасибо большое за 250. Там ничего на него почти не вешаю. Сейчас я вот этот гир солью и возьму ТТ. Привет, стримишь? Привет, пишешь? Знаешь, мне как-то чувак зашел на стрим и такой... Привет, играешь? Как-то сидел у ростовского Феникса на стриме. И он, ну, болеет там, сидит, кашляет, шмыгает. К нему заходит чел в чате, пишет: «Здорово, Димон, болеешь?» Он говорит: «Да». Следующая фраза от этого же типа: «Сейчас?» Под нами ботик, скорее всего. Да он на улице. Да, звук мое почтение. Да я вообще не знаю, как люди санку играют, это трэш. Все, коридор вперед отменяется. Бежали в админку, наверное. Вниз спускайся. Давай, давай. Не, слева убили. Ноль звука. Блять, их двое, у меня патроны кончились. Охуеть, я понял. Короче, хуйня ваша ебучая хекля, блять. Просто два типа, да. Пришло, ноль звука. Забей, я еблан, я просто максимально еблан. Я заимил просто как хуило последнее. Я заимил просто как последнее хуило, да. Ну ничего, сейчас голенький с ТТшкой пойду. Надо съебывать, пока при памяти. Так, мне надо срочно сейчас на секунду отойти. Да, ребят, давайте, короче, так. Вы кидаете Джойна 10к на доту, а я стреляю ему в голову с ГПшки. Там мяукает, кошка там застряла в шторах. Ветер подул сильный. И там ее коробкой придавило. А ты? Да, я ничего не знаю. Ой, читак, походу. Я еще толком вылезти не успел, в меня трассеры полетели. Давай на заводе сходим, мне надо ТТшник свыслить. Химконтейнер в МЧС надо, запрятать цепочки на развязке, выживать на развязке, убивать на развязке. Лудоманы из чата делают ставки, все ради того, чтобы пернуть в чате, ну да. За мусорками! На мне тагила, за мусоркой. Он за мусоркой стоит. Тагила убит. К нам бегут. Ты живой? Блять, да. Левый тип подбегает. Блять, не попал. Опять не попал. Да как ты живешь? У меня шансов мало убить его. Он меня убил. Да. Вау. Я убил двоих.
Че, убил одного? Капец, тут фулки какие-то везде. Ты карманы это Гейл успел зачекать? Нет, не успел. Мне пишут, там красная была 100%. Гжельку заложить, контаки и рать. Блин, реально FPS в 100 раз лучше стал. Я не знаю. Неужели нормальный патч? Наныли вот эти вот стримеры, киберкотлеты вот эти вот, да, наныли. Я какаю. Не забудь попу потом помыть. 100! Чел, 100 FPS на развязке, не лагает в прицеле. Ничего не дергается, не статорит. Я еще вчера ходил, у меня просто Тарков как мразь дергался. Сейчас все идеально плавно. Бинауралка? Я ни разу не пользовался и не хочу включать даже ее. Я контакты закладываю. Подзачисти центр, пожалуйста, а то они могут на меня выйти. По дереву топают. Я не топаю. Я сижу, цепочки докладываю. У меня бот ходит возле ямы. Ты бежишь? Да-да-да. Ебать, тут чел сидел, цепочки закладывал, лол. Ну да. Он еще так смотрит на меня, блядь. А. Не, ну в принципе, заложить я успел. Убивающий ВК на развязке с периода 22.00. Макс, так и скажи, что ты поставил на мою смерть просто. Хочешь победить за челобота против ЧВК? Пусти вперед другого челобота. Вдалеке. Под стеночкой бегает. Убил. Темнота темная, класс. Я просто потерял. Еще один. Хуярится. Там, где под стенкой ящик такой картонный. Хае туда даю. Нет, это чел был. За тентом синим. Убил, не убил. Живой, живой. Я убил. Надо мной таблетку выпил. Ау. И двое. Бегу, бегу, бегу. Мы можем потом еще и встретить. Идем, маршрутки сделаешь. Короче, эти чубзы будут где-то в Гашане. Так, туда они уже прошли. Там дверь открыта. Там закрыто, то есть туда они не пошли. Слева чел шьется. Я не понял, откуда. Откуда мы пришли, по-моему? Да-да-да-да. Мне норм накидали. Хиляйся, я тебя крою. И справа еще кто-то ходит. Блин, а там один в темноте же может сидеть вдалеке. Моя. Один отошел. Я напротив кибы чекаю. Где камеру прятать? Я не знаю, МБ я одному в голову нарандомил, но это, ну хз. Там, где камеру прятать, чел. Там, где камеру прятать, один, и один в яме. По мне. Я тут стою, ты ко мне пришел. Меня убили, блядь. Бля, я захромал в этот момент. Я тоже ебнуло. Нет. Спать. Лайтвейт! Ой. Сначала мы им в спину зашли, потом они нам в спину зашли. Жаль, Макс, конечно, умер. Да я как еблан опять умер, блядь. Там тупо моя ошибка. А по-другому в Таркове не бывает. Если ты умер, это твоя ошибка. Ты, кстати, заметил, как на протяжении всего энгейджа нам постоянно дикие мешали? Нам, не им, не им. Это дефолт, бляха, бухтарковская история, на самом деле. Человеческая многоножка. What the fuck, МК без задачи? Я Никита Баянов, разведцентр, спиздил из убежища. А, во, появился. Бля, я чуть не подавился. Не рофли так больше, пожи. Ладно, ладно. Так. Хилка, поремонтирую шапку. Здорово, отец. У шлема 30 прочности, зачем его чинить, блять? Ожидаем, стример токсик. Чел, мне 5 прочности собьют, я дальше умираю. Блин, как я не люблю играть и хавать. Одна тарелка съедается за часа полтора минимум. Ну это да, это такое. Не, ну с таким фпсом я хоть на маяк, хоть на улице Таркова готов ходить, отвечаю. Что, гонгонём ТЭЦ? Давай. Так, я в контейнере стою наверху.
И по мне снизу чел стреляет с ППшки какой-то. Его вообще не видно, он с ПНВ походу. Даю... Но ТЭЦ? Даю в него гранату. Нет, он под рампой в кустах. Давай, родной, хапани уже! Ага, еще и на ТЭЦ челик. В двери, вижу, в двери вижу, левой. Бля, мне ничего не видно абсолютно. Да, я лег, нам бежит чел. Не слышу. Ты на рампе? Убил. А, тут все еще сидит под елкой. Там еще вдалеке третий, где трансформаторы. Убил своего. На трансформаторах не вижу чела. Я слева обойду его. Я с фонариком. Вот, по мне стреляет вроде как. Попал. Убил. Хорош. Блин, мне нравится развязка. Двери мне сделал мен, блядь. Пиздуй. О, я ледуху нашел. Серьезно? Нет, конечно. Ах ты скотина. Да ладно. Аугментин. Чел хорош. О, no way! Не поверишь, я нашел эсмарх. Вау. Вау, я нашел сплинт. Сплинт не который крыса в черепашках ниндзя, который, ну, перелом убирают. Давай, я в течку, а ты к нему ищи. Давай, видяхи найдешь мои. Шо-шо, не расслышал? Видяхи найдешь, отправляй по почте. Еще раз, ты пропадаешь. Да-да-да-да-да. Так, ребят, по штету ни слова. Не понял. И сейчас меня в затылок. Ту чел в теклайте лутался. Джоин, я его убил. Капец, он лох. Да. Он даже не слышал, как я к нему подошел. Блин, Джоин, не поверишь, у него еще никнейм, как у меня. Он не умирает, кстати. Так правильно, у него пака доктора дизреспекта. Ему нельзя умирать, блядь. Слева, слева, слева есть. Мне донат не слышу. МР-155 с родным теплаком и глушь. Впереди чел на выход бежит. Убил. Алё же, меня убили в голову, да. А, грудная клетка? Что? М-62 трассер, окей. Так, но мне надо слить лут, поэтому я сейчас попробую его как-то. А? Меня два чела кемпила, одного убил этот тип с теплаком, одного я. Минус два, yes, еху. Что мне делать, как мне жить? Меня тоже через всю карту убили. Эй, бадди, I think you got the wrong door. The leather club 2 blocks down. О, там еще и файт пошел какой-то. Меня убили, блять. Их пятеро, что? Охуеть, блять, я понял, нахуй. Их пятеро, блять, прикинь, я двоих убил, блять. Так вот, что у меня лагало так. О, это что, опять на развязку пойдем? Там как раз ночь. Так, а ну тихо, развязка сексуал, блядь. Где картинг? Какой картинг, блядь? О, чела вижу. Я картинг, блядь. Тебе сказали направо, я право и лево путаю. Держи. Ну где ты там? Бегу куда-то направо. По-русски, блядь, по-русски говори. По мне где-то с центра стреляют. По тебе? Да-да-да, за грузовиком. Так, я пойду вперед. Под елками. Я пушу. Меня прессуют. По-моему, убил его. Лежу под бетонными плитами в центре. Да, стреляет по мне. Нет, он не там, где мы думали. Он под стенкой справа от центрального входа. Убил меня, но он на релоуде сейчас будет. Убил его.
Все, хорош, прячь. Мне, походу, не надо было стрейфиться, мне надо было лечь за бетонку, чтобы ты меня сменил. Дядя или тетя, часто стримишь? Раз в 3 месяца стримлю. Я там все получается? Ну, у меня тут пиздец сейчас произошел замес, да, но я живой. Бля, какой-то Васян кемпит правый офис, а какой-то Васян не может бота убить. Найс звуки. У меня сейчас за углом хилится, я его слышу, будто он на 3-м этаже в другом конце карты. Да-да-да, я подбегаю. Тут где-то бот крутился. Или не бот. Я убил его. Нет, это был чевок. Я говорю, что он правую лестницу держит. Ой-ой-ой. Ты его что, кувалдой в землю вбил? Доктор Снейк. Еба, нормально, нормально. Вытаскивай его оттуда, вытаскивай его, чё, блядь. You sick ass. Smells good. Ну что, с доблестью получается? Ну да, не, нормально, за сегодня поиграли, мне понравилось. Неплохо, неплохо. Тем более на развязке вообще неплохие рейды были. Ну что, тогда все, прощаемся, обнимаемся, целуемся. Да, давай, спасибо за катки. Завтра попробуем улицы, попробуем маяк, наверное, скорее всего. Всем, кто посмотрел видос на ютубе, спасибо.